На военную службу теперь будут отбирать психологи. Госдума окончательно приняла закон, который вводит профессиональный психологический отбор при приеме на военную службу. Это касается службы по призыву, контракту, а также поступления в военные вузы и резерв. Согласно законопроекту, порядок и методику такого отбора определит Министерство обороны. В итоге призывник получит заключение о профпригодности. Причем есть несколько категорий. Граждане, которые будут относиться к последней категории, военную службу пройти не смогут. В планах индивидуальный подход к каждому, пояснили специалисты. Закон направлен на повышение качества военного состава.